Так, ну что, ребят, всем привет. Мечты сбываются. Показываю вам, где я сейчас. Я просто на загрузке. Вон, вам видно, в зеркало меня грузят. Палеты, вся фигня. Я договорился только что. Говорю, ребят, вы долго грузите, давайте так. Я пойду, хочу взять в аренду машину и поехать скупаться на Атлантический океан. Здесь всего 10 миль. На пляж, на общественный. Говорю, либо я бы лучше хотел, чтобы я не тратил свое время. Могу ли я вам дать 20 баксов, вы меня отвезете, мне на пляже 5 минут покупаться в океане, отметиться, что я был, я никогда тут не был. И вы меня вернете назад, заработаете 20 долларов, и заодно я покупаюсь, и заодно вы загрузите, всем хорошо. Ну, мне одна женщина говорит, окей, я сейчас возьму тебя, ну, I'll take you, да, то есть сейчас вы окей, поедем, и иди собирайся, бери там, что тебе надо, через минуту выезжаем. Я еду на Атлантический океан. Вот так, оставляю свою ласточку, экономлю время. Самое интересное, разговаривал с товарищем сегодня, он в Майами ездил часто. Я говорю, ну как там водичка в Атлантическом? Говорит, не знаю, ни разу не купался, время терять у меня прям идеально получается. Я не теряю никакого времени, потому что меня в это время грузят. Я работаю, всего за 20-шку я сейчас попаду на еще один пляж своей мечты. Кто видел, я купался в Тихом океане не так давно. Ну как не так давно, 7 января. Я купался в Тихом океане в Лос-Анджелесе. На их главном пляже Санта-Моника. И теперь мы выдвигаемся на другую сторону Северной Америки. Атлантический океан. Это у нас штат Северная Каролина. Город Ньюпорт. Я вам обязательно покажу, куда мы доедем. Ну я думаю, сейчас на одном из этих сараев мы поедем. Я что-то слышал, что она спросила, и говорят, да, возьми рабочий пикап. Поэтому так, ну думаю, девушка, чья женщина захотела просто заработать, потому что она им забыла добавить о том, что я заплачу. Просто спросила, парень хочет покупаться на океане, можно я его свожу? Едем на океан на пикапе, как я вам и говорил, так показывал. Сейчас доедем и покажу вам уже непосредственно сам океан. Lidl. Lidl, смотрите, только с Европы. Видел всегда в Европе Lidl. Yes, it's a German store. Так, вот сказала мне, вау. Круто, круто начинается, все, супер. Сказала мне Илона, что это у нас сейчас будет по двум сторонам. Да, вот такой вот пляжик. Блин, вам плохо видно? Сниму эту сторону. Ребята, вот это мы переезжаем мост. Я вам покажу обязательно на карте, где это находится. Мы переезжаем мост и едем на другую сторону. Это такой... Just one question. Is this the island or no? Yeah. Wow. Yeah, it's separate from by water. Ага, ребята, это у нас остров получается. Мы на мосту переезжаем на остров. One end is attached to the mainland. But the rest of it is surrounded by water. Great things. So, вот так вот мы переезжаем. И сейчас посмотрим с вами. Поглядим, мы едем, попросил на центральный пляж. Смотрите, яхточки, кораблики, просто супер все. Ну и естественно супер будет, когда я все-таки покупаюсь уже, блин, в океане. Ждем. Just one more question. Do you have like a winter here? I mean a snow free? No. No? If you got a snow here, that is like a, oh my god, the end of the world, man. That is, nobody can drive. We not got any equipment for the road. Ah, so you got to wait. Every school is locked down. And the snow might, you know, be for like a couple days. Mm-hmm. Then the life completely dies out because then nobody is gonna be driving in there. I mean, they not prepare. Maybe snow here once every, I don't know, 5 years. What is the average temperature in the winter? I mean, maybe in the January average, so plus 20 degrees or plus 10, maybe in the Celsius. It's in January you got like a 50, most of them average 56, 40, between 40 to like a low 50. Oh, it's not too hot, but not no, cold. No, you can have a sweat. If it's like really cold, it is not like all months. It's only like maybe, you know, weeks here. Atlantic Beach. Wow. Nice and beautiful.
I think all those houses for rent, yeah? Of course. I mean, some people live here, but I mean, most of them, it's for rent. They're getting pretty good money, $8,000 for 1 week. Oh, not bad, yeah. Yeah, $8,000, no, shit, yeah. What the heck, you can pay 3 mortgages out of this. But you will have to have like a house like this. Mm-hmm. I don't know if we can get a cash, it's just easy. $2 per hour. Oh no, this one is open. Yes, I'll be here. Так, ребята, вот так вот. Вот так вот. Я не верю, что это происходит со мной. И я иду по пляжу Атлантического океана. С первой попытки, как я попал на Вест. Блин, ветрено сильно. По флагам вам видно. С первой попытки я сразу же попадаю на пляж. Я предложил заплатить ей за паркинг, она говорит, иди, я сама заплачу. Не знаю, может вообще с меня денег не возьмут, я вам скажу об этом, естественно. Опа, смотрите, спасатели Малибу, прям как в кино. Девушка в красном купальнике, спасательница. Вот не ожидал такого увидеть точно. Ну что, это Америка. Качки такие тоже должны присутствовать. Как всегда, как на любом пляже. К сожалению, я не смогу с собой взять в воду камеру. У меня подключен микрофон, а крышка дома. Блин, придется тут вещи оставить, чтобы не доставал песок. Так, я решил перед тем, как положить камеру искупаться, я решил все-таки взять еще на глазах у вас зайти помочить ноги. Блин, я, конечно, в трусах, это не сильно. Мне это сказала, я говорит, Илона зовут, женщина это сказала, что вода здесь не холодная. Ребята, это не то, что не холодная. Би, она теплая. Как она и говорила, что не получаешь удовольствия, когда ныряешь. Просто космос. Я в океане. Теперь в Атлантическом. Круто. Круто, я оставил свой рюкзак. Все, иду, короче, я назад. Вот мой микрофон. Почему я не могу снять, у меня нет крышки. Иду назад, ложу камеру. Иду, наслаждаюсь океаном. Вот так, ребята, заканчивается мое офигенное микропутешествие на Атлантический океан. Я прям в восторге. Если вам нравится, нажимайте лайк. Все в ваших руках, можно захотеть и немножко подстроить планы под себя. Едем назад, отвозят меня назад, не забыли, не потеряли. Вот так вот выглядит, никто с меня ничего не взял. Ой, как прекрасно. Все. Завершение нашего путешествия. Сейчас обратно ехать в машине домой. Кстати, Илона мне предложила, говорит, если хочешь, можешь остаться, поваляться, покупаться на пляже. Это ships. Ага. Coming to the port. Ага, этот порт. Oh, yeah, it's actually name of the city, Newport, yeah? No, Newport, this is Morehead City. Ага. Where we are. Newport is where I work. Угу. Mm-hmm. But this is the ships, what they bring up like a cargo. It's not for tourism or anything, but it's like a port for commercial. Yeah. Great, great. You
ладушки какие. В общем, так, предложили мне, кто хочет, оставайся, в конце рабочего дня приеду, тебя заберу, отвезу в трак. Говорю, не, это уже слишком. Надо ехать домой к семье. Весь день тут валяться, хорошо, но не получится. Так что так.